Господин Саакашвили, вы очень часто говорите, в том числе о молдавском олигархе Владимире Плохотнюке, говоря о президенте Украины и олигархе господине Порошенко. Я хочу вас спросить, что вам вообще известно об их отношениях, что их связывает? Господин Порошенко, я особо не интересовался, я знаю, что они близко друг к другу работают. Причем, как интересно, что они вроде антироссийские, но одновременно прекрасно работают с российским партнером. И оба стремятся к одному и тому же. Для Порошенко Плохотнюк пример подражания, потому что Плохотнюк сделал раньше то, что хотел Порошенко, хочет сделать в Украине. Всю контроль над властью, над медиа, над всеми ветвями власти и над мозгами своих соотечественников, и над бизнесом, естественно. А что вы имеете в виду под интересами в России? То есть у того и другого есть какие-то бизнес? Ну, я знаю про бизнес-интересы господина Порошенко, а у господина Плохотнюка... Точно есть, и Плохотнюк тоже всегда неплохо себя чувствовал с российским партнером, мы это все знаем. Да. Не вызывает никакой сомнения. Олигархи по своей природе, они из того же поля ягоды, что и путинские олигархи. Они же в Европе как... такой лавки, такой посудины, они же там не в своей тарелке. Они хорошо себя чувствуют в так называемом русском мире. Мы это все знаем.